Всем привет, с вами Света, и сегодня мы продолжаем играть в игру Twilight Escape, которая также переводится как выход Twilight или что-то типа такого, короче, где мы играем за Twilight Sparkle, которая должна выбраться из странного подземелья. Это мы, по-моему, уже читали, и у нас сегодня, возможно, я точно не уверена, будет последняя серия, потому что осталось лишь два уровня, это 9 и 10, и если они будут такие же легкие, я просто очень сильно на это надеюсь, как 6 и 7, по-моему, да, 8, там вот эти уровни, они были довольно-таки легкие. Я надеюсь на это. Я надеюсь, там не будет такого, что нужно опять убегать от этого странного монстра и типа такого. Но, скорее всего, будет, потому что последние уровни, они по-любому должны быть сложные. Мне также писали, что на Q можно копить магию. Типа, ну не даже не копить магию, а, короче, знаете, я всегда жалуюсь же, что у меня медленная магия копится. Вот. И сказали, что типа можно на Q. Мы это сегодня проверим, кстати. Можно на Q магию себе быстрее, чтобы она накапливалась. Я, конечно, не знаю. Проверим. Но надеюсь, что так, потому что магия копится здесь реально долго. И если здесь будут какие-то задания, типа много-много раз телепортироваться и все такое, то, сами понимаете, магия нужна. Быстро накапливающаяся магия нужна. Итак, давайте пойдем. Собственно говоря, я... А, точно, нам, короче, нужно несколько решеток открыть, понятно, этот уровень, короче, один из самых сложных, потому что уровень, который состоит из нескольких уровней, они обычно все сложные. Ой, ё-моё. Тихо. Итак, мы начинаем снова беготню от этого грёбаного монстра. Стоп, а это случайно не тот уровень, который мы уже проходили? Хотя, по-моему, нет. Нет, по-моему, это не он. Блин, серьезно, что ли, опять? Ой, я как же это ненавижу. Так, ладно, и куда нам идти? Судя по всему, там очень длинный коридор. Ладно, пойдем идти сюда. Блин, да пожалуйста, ничего ты... Что ты зависаешь, что я раньше вообще вроде никак не зависала? Где он? Да ты и ходи ты уже. Подождите. Так, надеюсь, пауза сейчас ставится в игре. Сейчас я быстренько отключу браузер. На всякий случай, мало ли, из-за него игра может тормозить. Back to game, ладно. Фух, надеюсь, фух, я страшно серьезно. Дверь. Что это? О, рычаг. Ладно, это, судя по всему, рычаг, который поднял ту фигню, да? Хорошо. Что такое? А, понятно. Наверное, я сразу выбрала правильный путь, я надеюсь на это. Так. Тихо, давайте. Серьезно, я боюсь что-то говорить. Фух, нет, все. А то если лохнусь, то все будет плохо. Ладно, давайте проверим. Я открыла одну решетку, по-моему, да. Фух, если это... Если это уровень единственный с этим монстром, я счастлива, очень счастлива. В смысле? В смысле? Нет, 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 нет. Поверьте. Да ты не ори, ты дебил, ты дура. Ду. Пошел ты. Ну о чем, блин, в этой игре серьезно. Только так и можно, блин, играть в эту игру, потому что... Да что ты ко мне пристал? Ты сюда вообще ходить не должен. Это зона вообще, зона, короче, с дверью. Ты сюда вообще заходить не должен. Я типа, тут, может быть, я тут... Пошел, короче, сюда. Вот так вот, блин. А как еще в эту игру играть, блин? Вы здесь что-то прям вообще... О, да, смотрите, на Q реально, я, короче, нажимаю на Q, магия, ну, она что-то делает, короче. Я нажала только что на Q. Давайте, кстати, мы попробуем. Может, кстати, в обучении такая фигня была. Я помню, когда нас учили телепортироваться, там говорили что-то про Q. Фух. Ладно. Сюда надо телепортироваться, да? Да, она магию быстрее копит. Так, спасибо большое за совет. Серьезно. Иначе я бы не догадалась об этом сама, серьезно. Ну, то есть, как бы, раньше я всегда с этим лоханулась, постоянно мне не хватало
этой магии, теперь мне хватает. Спасибо большое, серьезно, за советы, потому что полезно. Полезно. И обычно... Не, никто раньше советы не писал, это так мило прям вообще. Ладно, давайте. Еще один рычаг. Итак, нужно еще один рычаг найти нам. Я также научилась, как от этого монстра, ну не убегать как бы. Давайте покупим магию. Я научилась от этого монстра не то, чтобы убегать, а... F. Да? Ну ты чё, ну не надо уж. Я научилась от этого монстра не убегать как бы, а то есть я знаю, что можно сделать. Короче, она восстанавливает магию, тратя свою зеленую полоску. Нужно, короче... ходить. То есть, если я раньше бегала, я пошутила. Чувак, не убивай меня, пожалуйста. Чувак, эта зона, сюда нельзя идти. Понимаешь? Смерти здесь нет. Тебе показалось, честно тебе говорю. Иди, пожалуйста. Ну, иди. Фух, да, согласна с тобой. Просто иди. Вот просто иди. То есть, раньше я всегда бегала, а сейчас я поняла к девятой серии, что нужно, к девятому уровню я поняла, что нужно просто ходить. И потому что если ты на него наткнешься на бегу, то ты можешь на него случайно так налететь, и все будет плохо. А так ты ходишь и можешь быстро уйти. Кушу, он меня задолбал. Вот серьезно, блин, если его... Это, блин, монстр просто самый наижаснейший в мире. Какой же он настырный, какой же он плохой. Лучше бы тут было много загадок, а не то, что найди рычаг, нажми на рычаг, вот и все. Это, как я понимаю, типа лабиринта. Удобно, классно, все нормально, все. Магию копи, все не копи, потому что иначе у тебя фигня сейчас потратится, зеленая полоска, это плохо будет, это уже будет просто ужасно. Страшно. Хотя к девятой серии как-то уже не очень страшно, но все равно. Ага, закрой, пожалуйста, дверь. Ну, закрой эту дверь. Ну, почему ты такая тупая? То есть я, ну, не тупая, но, блин, но дверь-то надо закрывать. Это закрыто. Очень закрыто. Я напугана, чтобы двигаться здесь, но это... Слышите? Не подходи ко мне, чувак. Я читаю записку. Может быть, я русская и... Ну, то есть, плохо знаю английский. То есть, не англичанин. Поэтому мне сложно читать такие записки. Вот. Короче, ладно. Это закрыто, очень закрыто. Я напугана, чтобы передвигаться здесь. Но это не может... Не знаю... Я надеюсь, я не буду здесь одна, но я не могу в этом одиночестве, наверное, проводить. Это справа, снаружи двери. Это будет мои последние слова, серебряное, наверное, это имя. Я буду с тобой снова... Я буду с тобой снова. Короче, справа, снаружи двери. Просто отвали от меня. Ну, отвали ты от меня. Ну, что тебе здесь так сильно нравится нагоняться? Ну. Я все равно возражусь, чувак. Я все равно возражусь. Так что все это бесполезно. Текстуры здесь... То есть, они как бы красивые тоже. Здесь вообще график... Ну, графика как... Мне нормально. То есть, я... Графика нормально, сойдет. Мне даже не... Мне костер здесь нравится, как он сделан. Костер здесь реально очень красиво сделал. То есть, как бы... Красиво, да. Все, мы открыли путь. Нужно всего лишь пойти назад. Ничего сложного, кажется, но всего лишь пойти назад. Всего лишь... Чувак, пойти назад. Я просто пойду назад, окей? Ничего. И... Я надеюсь, что мы поймем друг друга, и ты не будешь меня трогать, окей? Договорились, пожалуйста. Все, я уйду. Кью. А то я точно туда иду. Телепортируйся. Я точно туда иду. Нет. А, да. Нет. Запуталась. Газ.
Газ, пошел. Ну, то есть, иди от меня, пожалуйста, отстань. Нет. Что это значит? Брейфинг. Ну, дыхание это... Нет. Пожалуйста, не убивай, блин, серьезно. Я уже почти, я же победила, блин. Я, мне осталось только добраться до туда. Ва, пожалуйста, уйди от меня, ну уйди ты. Что ж ты такое, ну ненавижу такие уровни. Особенно, блин, такие уровни, когда, блин, вообще он постоянно все, блин, тут находится вообще. Лучше бы просто какие-нибудь загадочки там, новенькие. Так нет же, от него надо бегать. Если он сейчас меня убьет, все будет просто ужасно. Где я? Где я вообще, серьезно? Почему здесь нет карты? Вот так, на таких картах нужны карты. Куда? Тихо, аккуратно. Серьезно, я запутал. Иди от меня, козел. Пошел. Пошел, я сказала. Не подходи ко мне. Самое безопасное место в мире возле рычага. Короче, все теперь вы знаете, что... Не, чуть-чуть я дуру, что ли, я тебе сказала. Подними его, я пошутила. Что ты делаешь? Зачем ты это сделала? Зачем ты сказала, сик, хороший Ралф? Ждем, что сказать, что? Раньше мы ждали магии, а теперь нужно ждать, пока он уйдет. Я не знаю, где я сейчас нахожусь просто. Серьезно, тут все одинаково. То есть, блин, мэп. Нет карты, мэ. Обычно мэп. Да, мэп. По-английски карта, обычно всегда мэ карта. Так тут вообще нет карты. Ну, проверять кнопки я даже не знаю. Пробел. Она умеет прыгать? А, она умеет прыгать, да. Простите. Она умеет прыгать, да, я помню. Просто... Ну, просто как бы я забыла. На время, то есть, типа, ну, ничего. Так, ну, это какая-то дверь с рычагом. Честно, я не помню, что это. Телепортируемся туда, телепортируемся, блин. Кью? Беги! Беги! Мы прошли 9 уровень. Все, пройдем теперь 10. Мы молодцы, мы классные, все. Крейки, наверное, вот эти вот, короче, дыры, да, вот которые разломы, да, солнце разрастались сейчас, когда Твайлайт нажимал, юникорн рисовал. Видеть что-то там, духов каких-то, восставших духов, этот номер, бриланс, короче, и она покинула, да пофигу, короче, все нормально, все, мы прошли 9 уровень, и там написано было, что мы прошли 9 уровень, мы молодцы. Окей, солнечный свет, я могу бежать назад, здесь, окей, солнечный свет, я могу бежать здесь, типа такого она сказала. Хорошо, но этот уровень последний, значит, он должен быть мега-суперсложный и непроходимый просто вообще. Понятно, телепортироваться я здесь не могу, ну, ничего нового. Ладно. Значит, здесь последний уровень, он будет жесткий, сложный. У нас здесь будет вечно ходящий монстр, который будет постоянно задалбывать и орать на нас. Типа, ты не пройдешь, ну, ничего необычного. Да, и мы будем... Что за фигня? Тут же был солнечный свет. Серьезно, тут был солнечный свет. Да не, нет, или мне показалось. Да ты пошел! Пошел, козел, блин, ты че, блин, козел, блин, ты че? Серьезно, а куда мне от него убежать? Камон! А, на солнечный свет, блин, там козел. Я поняла, нужно на солнечный свет бежать. Ну, все помнят, что на солнечном свету у нас не касается. Вот солнечный свет, смотрите. Я могу бежать назад, и я должна это сделать. Проблемно будет, наверное, открыть эти барьеры. Ну, вот, смотрите, короче. Вот солнечный свет. Я говорила, что здесь есть солнечный свет. Вот он. Но, смотрите. А не, он исчез. Это была иллюзия. Блин, пошел ты, козел.
No, правильно, с тобой согласна. Где ты? Где я вообще? Камон! Камон, куда я бегу? Я что-то не так делаю? Ну вот, смотрите, солнечный свет, нам же сюда нужно, да? Странно, а что это тогда такое-то? А, я рядом с чем-то. Это выход. Типа выход, но... Что ты... А почему ты туда не можешь телепортироваться? Здесь же нет красного креста. Смотрите, здесь она может телепортироваться. Туда не может, по логической... Ой, это конец уровня? Так, значит, сейчас мы, короче, делаем так. Короче, там, вот туда, короче, бежим. Вот здесь вот оббегаем его, и мы должны... Я думаю, так. F. А, все, козел пошел. Так, теперь ждем его здесь. И вот так вот его обходим. А, все, бежим, 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 бежим. Стоп, а куда бежать-то? В смысле, ты что? Слышь, ты что? Эй, ты. А, включаем свет. А погодите-ка. Я, кажется, поняла. Просто смотрите, там, короче, такая проблема. Что это такое, не поняла. Барьер, что ли? А, нет. Ладно. Короче, смотрите. Давайте, скажи что-нибудь. Ага, скажи, ну, все. Как я поняла, смотрите. Сейчас я попробую. Вот так делаем. Отключила. Вот так включила. Смысл. Ладно. Смотрите. Сейчас. Нет, не поняла. Ладно. Вот, сейчас появится монстр. Монстр. Эй, ты. Вот, все, он появился. Ставим сюда, включаем свет и бежим на свет. Эй, ты боишься света? Окей, Sunlight. Что делать? Итак, этот уровень, я думал, он будет сложный просто. Ну, он сложный, но... Он сложный не в том смысле, он сложный в логике, блин. Нужно думать, что нужно тут делать вообще. Ну, я предполагаю, что, может быть, он... Не знаю. Погодите-ка. Сейчас проверим теорию, короче, такую. Так, во-первых, сейчас его выгуливаем. Иди сюда. А, пришел. Все, давай. Открой, блин. Короче, ждем его тут. А, нет, не ждем, все. Да. Ну да. Окей, да не повторяй ты это уже, честно. Я поняла. Проблемно будет эту дверь, короче, открыть. Ну я понимаю все. Я жду, пока накопится зеленая полосочка. А, вот еще без фонарика. Великолепно. Twilight Sparkle, принцесса Twilight Sparkle, да. Хотя она вроде как в этой части, она еще не принцесса. Козел отошел от меня. Ну что, снова теперь смотреть в типа прохождении? Ну, может, конечно, прохождении, да. Что тут делать вообще? Серьезно? Что делать-то? Почему? Как? И помните, когда я, короче, здесь открыла и начала его отбегать? Подождите. Здесь решетка, что ли, появилась? Я не понимаю. Просто я... Да нет, я... Или... Я ничего не понимаю. Я с фонариком? Все с фонариком. Так, ладно, давайте попробуем вот так сделать. А, он еще не выгулился. Ладно, давайте сначала его выгулим. Давай, иди сюда. Ага, подошел ко мне. Нет, не подходи, это я имею в виду. Так, давайте, все, я уже рассчитала вот сюда. А, стоп, ты чё? Ты чё? Да, там все-таки закрывается какая-то решетка. Я не знаю, что здесь делать, серьезно.
Походу придется посмотреть прохождение, и что уж. Но я больше не хочу. Хотя... Я просто не успеваю. Ладно, давайте пока попробуем последний раз. Если не получится, я... А то я уже взяла телефон, чтобы посмотреть прохождение. Ладно, давайте попробуем последний раз. Я попробую сделать так, как я хотела сделать. Ну, я так, впрочем, и делала. Но ей не хватило сил добежать, оббежать его, и он ее догнал. Он ее догнал. Ладно, давайте дождемся, пока у нее накопится энергия, выгуляем его. Дойдем, между прочим, а не добежим, а то мало ли, блин, серьезно. Так, все, доходим сюда. Ага, все, теперь отбегаем. Отбегаем в самый... А, я забыла! Забыла, блин! Twist on, come on, come on. Я еще раз попробую. Естественно, я не хочу смотреть прохождение, потому что я уже смотрела, и как бы это нечестно. По сути дела, играть в эту игру можно без прохождения. Ну, блин, мне не получается. Ты можешь задом делать это? Я хочу просто смотреть, как эта фигня закрывается. Или, может, можно встать как-нибудь так, что это ты увидишь. Это серьезно, мне интересно. Встанем, и вот я... Не знаю, короче, я ничего не увидела. А, может быть, это, короче, штука перекрывается. Ладно. Угу. Все, я посмотрю, короче, я серьезно, я не могу. Это бесполезно. Давайте я посмотрю, ну уж извините, но я серьезно, я не знаю, что делать. Я не могу его отбежать просто вот потому, что не могу. Это я не понимаю. Ладно, сейчас я посмотрю. Итак, я вернулась. Ну, что сказать насчет того, что... Ну, прохождение, как тут это делать? Снова, блин, я ничего не смогла, блин, сделать. И, как всегда, я не лоханулась. Но, короче, как я лично поняла, нужно это существо черное, вот это вот, которое за нами гоняется, оббегать его не надо. И, в принципе, смысл вовсе не в этом. Мы, кстати, лучше фонарик не беречь. То есть фонарик лучше беречь, потому что сейчас будет то, что я... Почему я так говорю вам? Ждем, короче. Все, по-моему, магия полная. Так, короче, смысл. Мы этого монстра выгоняем. Вот так вот берем. Отходим вот сюда. Давай, телепортируемся и закрываем. Смысл. Ладно, сейчас объясню смысл. У меня сейчас это не получилось, но смысл в том, что нужно загнать его вот туда. За вот этот солнечный свет. Как мы помним, он его отгоняет, и нужно туда его загнать. Я попробую. Я надеюсь, что мне получится, потому что, как вы понимаете, это что-то сложное очень. Вот, смотрите, солнечный свет, нам нужно туда его загнать. Телепортируюсь, да. Я посмотрела какого-то там английского чувака, блин, не знаю, ютубера, Ультра Мэджик, что ли его зовут. И у него там было так. И у него получилось, серьезно, а почему у меня не получается? Ну, или, возможно, у меня просто криворукая. Вот, короче, туда, давай. Угу. Да, во, получилось. Да, я понимаю. Конечно же, класс. Это было сложно. Я сделала это. О, серьезно, мы его уничтожили? Прям вот вообще так взяли и уничтожили, да? Прям вот взяли и уничтожили. Серьезно. Так просто. Все. Конец. Кстати, во всему. Ну ладно, давайте телепортируемся туда. А, магию нужно подкопить. Мало, для чего? Короче, я об этом не догадалась. Можете обзывать меня тупой, но... Ну, я не знаю, как об этом можно было догадаться. Но кто-то догадался, так что ладно. Ну, это последний уровень, и мы его завершили, и уж то, что я сама не догадалась, ну, ладно, чё. Я для этих игр просто не создана. Ладно, это выход. Да, пошлите. Подожди, серьезно? Мы сейчас идем туда, и игра закончится, да? То есть можно повернуться назад. То есть мне нравится игра, серьезно? Да? Вот мы сейчас уйдем, да? Телепортироваться нельзя, нельзя. Ну ладно, пойдемте. В свет.
Я надеюсь, что мы все-таки выберемся на поверхность, как-никак, а то мало ли. Да, мы выбрались, судя по всему, в лесу. Тень была побеждена, и единорог был освобожден. Твайлайт, короче, сделала много шагов и выиграла. Да. Солнечный свет ей помог. Она нашла левое место сзади. И, короче, нашла ответы на все вопросы. И начать новый выход. Там в конце было написано. Итак, мы завершили игру. То есть, как бы, вот такая вот концовка. Концовка того, что просто Твайлайт просто взяла и вышла. Какая классная игра, ну блин, у меня так и все равно, даже как-то жаль, что я не догадалась об этом сама, но, блин, жаль, да. Ну, все равно, даже если это так, то игра просто потрясающая, просто геймдизайн, программирование, таймшилд, короче, время щит, музыка, звуки, тоже время щит, короче. Twilight Sparkle озвучивала Emo Gag, наверное, да? И... Короче, где-то продюсер или как-то сценарист Витен. И Storybook Art Diaros. Да, это тоже рисовали же люди. Очень хорошая игра. Блин, если бы вот эта игра была платная, я бы ее реально купила, потому что она хорошая, интересная, в ней есть сюжет. Блин, Это просто идеальная игра, просто для любого, кто любит My Little Pony, или любит тот, кто любит Twilight Sparkle, просто любит проходить такие игры. Но интересно в том, что можно телепортироваться, решать загадки, бегать от этого монстра, и я, несомненно, буду скучать по этой игре, потому что она очень хорошая. Хотя, вроде как, я надеюсь, вроде как есть вторая часть. Я, конечно, должна еще эту информацию проверить, потому что просто писали, что вторая часть есть, но... Не знаю, я не проверяла это. Если есть вторая часть, то я по-любому ее пройду. Но эта игра, она мне очень понравилась. Очень хорошая игра. Ну, мы просто посмотрели субтитры Unity. Ты да, игра она сделана на Unity, я предполагала. Иногда она и реально сделана на Unity. И снова нам пишут, что Hasbro. Из-за Hasbro эта игра бесплатная. Да, все, концовка. Лейбл. Ну, смотрите, да, мы все уровни прошли. Options. Ну, как всегда, маус инсерирована, такая осталась. Invert Mouse, кстати, это что? Invert Mouse, когда... Это как? Подождите, проверим быстренько, серьезно. Просто интересно, что такое... Нет, я знаю, что такое, но просто хочется растянуть это подольше. Короче, да, смысл в том, что Twilight... Это, между прочим, Twilight, которая... Это, как вот он называется-то, еще она не попала в Понивилле, она еще вроде как из Контрлоти. Темпо, да, спел, заклинание, она победила, и тьма туда, короче, ее смела. Сейчас просто проверим, что такое, как инвертирование мышки сделано. Раунс? Так, ну, инвертирование это типа... Для кого-то там, я не знаю, для кого нужно инвертирование, но, как видите, это очень неудобно, страшно, просто неудобно. Хотя вот так вот я поворачиваю правильно, а вот так вот неправильно. Ладно. Гуит меню. И эта музыка здесь просто божественная. Звуки, вот музыка, серьезно, вот эта вот музыка, она мне очень нравится. Вот послушайте, просто сейчас даже погромче сделаю. Потрясающе. Вы серьезно? Она очень классная игра. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Вроде все. И если вы хотите какую-то игру мне предложить, то можете предложить в моей группе, либо можете под этим комментарием, под этим видео, точнее, я посмотрю. Потому что, как вы понимаете, после этой игры нужно проходить какую-то другую, брать на прохождение. Но это запало мне в душу. Я хочу проходить такие игры, как это. Ну, то есть, похожие. Если вот есть такие похожие игры, как это, можете даже предлагать не обязательно про My Little Pony. Я могу пройти какую-нибудь другую игру, но пока вот так вот. Ладно, и всем удачи. Всем пока.